Кстати, да, а где, вот хороший вопрос, а где пушки? Где, кстати, пушки? И разве они с ними прыгали, если что? Ну, они у нас были вот сейчас за плечо? Да, а вот да. Когда мы летели, не было, когда мы самолеты выпрыгивали, были. Ага, понятно. Думаешь, Брян все еще у Харви? Чем такой там уверен? Не знаю, что чувствую, что ли? Я вообще легко продать что-то калибра черного Орлова. Я вообще не поверю, что это делает хорошо. Блин, здесь еще бы один раз момент был от Майкла Бэя. Тот самый, помнишь? Прыжком. Да, он потерял парашют, и мне показалось, что у него слетел еще и броник. И все пушки. Видишь, их двое. Не высовывайся. Давай зайдем сбоку. Окей. А, мне тоже сбоку? Или... Экшон. Вон. Блин, ну тут мы, наверное, зафейлим, да? Типа ты хочешь по-тихому? Ой-ой-ой, нас кто-то видел. Видел. Я все нормально. Я не знаю, я хочу. Ну, голых нейтрализуем. Пойдем нейтрализуем. Стой. Подожди, подожди, подожди. А то помнишь, как в прошлый раз зафейлили? Подожди, стой. Там челик. Ага, он ушел. Так. Как? Как? Давай. Вот, давай. О. Я думал, другое будет. Ой-ой-ой-ой, тихо, нас видит. Блядь, сядь. Да я сел. Я сел. Да я у меня просто... Я не хотел садиться. Оп. Всё. О, забегали сразу. Нормально. А куда дальше-то? Наверх. Погнали. Здесь уже был? Да круг сужается уже. Надо сбежать. Круг уже сужается, все, я понял. Так, осторожно. Можно перелезть здесь. Давай, помогай мне. Ну. Перелезть нельзя, нужно отламывать пены. Ого. Че, снайпер! Снайпер, он на руф. Снайпер. Не высовывайся. Он лестница. Ты побежал, смотря на твой экран. А, да? Да. Что я должен нажать? Пробел или? Ой-ой. Так, подожди, дай я прибегу. Ого. Смотри, как тут можно убивать. Я попробую его убить. А, попало. Оп. Он сюда видит? Нет. Да, пытается стрелять. Ага. Дверь открыл. Нормально тебе. Окей. Сделаем. Блин. Мы с тобой режиссеры лучше, да? Точно. Ага. Ты таки, что? Да. Один только человек мог пройти. Nice. A sniper rifle. Cover me. I'll stay up here and keep you covered. Ты кроме меня. Воу, 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 быстрей. Давай, прикрывай. Бей дальнего как-нибудь попробуй или... Не-не, не этих, там вот в этом есть. В окошечке. Ага, увидел. Да-да-да, вот его убей. Вот, все, нормально. Да блин. Все в порядке. Потрошки? Нет? Да? Все вроде. Вроде все. Дерьмо, еще идут. Откуда? Сзади. Иди обратно. Все?
Не знаю, наверное, туда надо дальше идти. Ним. Да. Ну-ка, подожди, нет, еще идет. Стой на месте, я буду показывать. Сейчас, подожди. А? Меня здесь простреливают. Че? Где еще? Наверху. Ой, у меня прям телепортируется. Ну ладно, люблю брать, чуть сидеть. На подавление. Че есть? Еще есть. Но вот этот сверху будет напрягать. Убей его как-нибудь. Ой-ой-ой, меня тут простреливают. Да, и меня тоже. Подходи, спрячься, 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 быстрее. Посиди. Я сейчас только что увидел, как он стреляет, я чуть с ума не сошел. Я говорил, что дробовик самое лучшее оружие. А ты мне не верил? Так, я жду. Я поднимаюсь. Come on, Vincent, help me out over here. Тебе нравится, что нас остановит, идиоты. Я мог бы просто упасть. Только высоты, знаете. What of you, huh? Too bad I'm not on vacation. Wow. I didn't know Mexico was this. Я не знал, что в Мексике так красиво. Да. Очень красиво. Наши любимые. А, Vincent, понял. Help me out. I need... Давай. Да. Ой-ой. Бей-бей. Так, ну здесь что-то интереснее уже, да? Куда я здесь? Готов в лобовую стрелять. Да я тут... Подожди, стоп. Может, здесь можно стелсом, нет? Можно. Однозначно можно. Вот. Ой, я спалился. Красавчик. Они почему-то меня не стреляют, слышишь? Ну, не знаю. Не знаю. Спрячься где-нибудь. Все нормально, иди сюда. По-моему, тебя убивают. Нормально. Блин, с дробовика на дальней дистанции стрелять, конечно. Ну вот я про это и говорил. Я же не думал, что у нас так будет это. Ладно, я пошел. Ладно, ну что ж. Подожди. Это вообще. Все в порядке. Так. Прикрывай меня вот сбоку, да? Да вот я даже в них не попадаю, понимаешь, я стреляю прям в него, а что-то вот не проходит. Я подобрался, сейчас все будет в порядке. Обходит. Не знаю, что-то сейчас вообще ни одного не убил. Все в порядке, я рядом. Так, пойду в упор. Так, там еще. Что, по-моему, поднимают, что ли? Да, блин, а. Что идут? Короче, оружие вообще дерьмо. Менять не задержал. Если в упор стрелять в голову. Да, да, дробовик, я пошел. Все? Смог одного убить. Вот еще. Крутишься. Это кто? Да он наверху. А. Я вот вход иду. Сидят они там по своим домам.
Они закроют ворота. Прячься, сядь за укрытие. Что за прикол, просто не понимаю. Сядь за укрытие, ты стоишь, ты не за укрытие. Сядь за укрытие, пожалуйста. Да я, меня даже не попадают. Это не важно. Я всех убью, просто, просто сядь за укрытие. Как я не понимаю, почему у меня пушка ничего не делает? Все в порядке, все, все, расслабься. Мне бы еще тактически дали, спас. Телеканал спас, да? Да, мы пытаемся убить главного злодея, но типа у него он подставил Лео, забрав алмаз, который алмаз. Они вместе украли, да. Вот. А мотивы моего героя непонятны, на самом деле. Он не особо не говорил, что случилось. Ну, типа, нет, он говорил, но, мне кажется, там, убийство брата, да, он, по-моему, там убил брата, свалил да. На него, но как-то... Как-то все так было туманно, да. О, слава тебе, Господи, спасибо. Бери уже М-ку, чё ты. Ага. МП, да? Ну, точно, подожди. Да. They have a lock here, and I have a gun. Я буду верен дробовикам, как всегда. Ты же понимаешь. Давай, давай, вставай. В точку. Поехали. Ну стоп, дерьма, ты покойник. О, это тот самый. Да, это тот самый. По-английски говорят, блин. Да, по-английски со мной разговаривает, чё ты? А, да? Там, видимо, баллоны, его надо расстрелять. Вот смотри, сейчас тебе. Смотри на мой экран. Видишь баллон? А. Как-то надо в него так стрельнуть или как, я не понял. Подожди. Или взять его надо? Да. А я стрельну. Все, стреляли. Я хотел на лету, но... Ну да, это было бы слишком круто. Да. Ты же можешь перешагнуть, я вот эти понять не могу. Надо поднять, подожди, показывай, что ты... Покажи, что ты мужик. Чем тратить на это силы? Вечеринка? Лео, ложись. Опять ты, там сбоку есть челик. Подожди, не вставай. Да, ладно. Или убей его, или не вставай. Убил. Ай. Почему он еще живой? Что происходит? Давай, сверху хочу убить. А, я до него не достреливаю. Не убиваем сверху. Да, я до него не достреливаю. Как его убить-то? Невозможно убить. Наконец-то. Плавать можно? Не хочу проверять. А то вдруг ты как Томми Версетти. Точно. Плывешь. Врываемся. Опасно. Давай. Раз, два, три. Ты в конце, да, тут пошел. Харви! Ты... Тебе не кажется, что это не сцена ничего не напоминает? Человек да. На балконе, внизу только бассейна не хватает. А это что ли, Макс Пейн, что ли? Нет, почему? А, ну, лицо со шрамом. А, я тоже смотрел. Все, понял.
Хотел, кстати, стрелять сюда. Так, да куда он достреливает? Гранат. Ага, нет, я туда не пойду. Блин, мне здесь очень плохо. Стой здесь где-то, вот. Стой здесь. Я попробую ворваться. Раз. Не знаю, мне прицел почему-то стреляет в эту. В витрину. А не в противников. Бывает. Вот это да, неплохо. Прям отлетел. Это было неплохо. Блин, ты в типа в нее вообще высадил столько и пуль, главное, он стоит живой. Главное, не упади. Это все, что нужно. Лава, да? Пол это лава. Еще больше, прикрывай. Противник не помечен, интересно. Куда? Особенный какой-то. Может быть ошибкой. Ошибка в том, что очень странно регистрируется повреждение у противника. У меня все нормально. Серьезно, у меня я доволен. Да ну, ты можешь прям посмотреть, я стреляю по 5, по 7 раз попадаю в человека, а он стоит дальше. Ты пошел к нему, да? Да. О, как! Я бегу. Почему ты не можешь никогда один его вырубить? Вот я не понимаю. Да, чтобы было круто. Да. Ну, естественно, он, да, уходит. Что изменилось? О! Оп. Ну! Он же ранен. Как он так побежал? Хочет алмаз съесть. Полечиться? Ну, конечно, за главное место, да, рядом тащить ок. Даже не думай. Бросаю его. Бросаю сюда. Ладно. Держите. О, золотой кольт. Ну, а мне, наверное, побольше. Иди ты, да, иди ты, да. Хотя, возможно, это, кстати, тут же концовки, ну, то есть, возможно, это решающий какой-то момент. А две концовки? Я не знаю, сколько здесь концовок. Ты правда думал, что сможешь улизнуть? Думал? Остынь. Вы меня поймали. Зачем ты это сделал? Тео, успокойся. Я тебе доверял, мразь. Зачем, черт возьми? А, слушай. Он все еще у меня. Вот зачем ты здесь, верно? Бриллиант. Он твой. Он там, в сейфе. Можешь забрать. Шевелись. Ладно. И он нападет. Неожиданно. Блин, в золотой пушке, короче, это подстава. Не люблю золотые пушки. Сейчас мы все узнаем. Ага, еще одна золотая пушка. Она не заряжена. Вот. Вот, возьми. Он же был в сундучке в красивом. Let him go. Ну или ствол забитый. Разбей, а не, подожди. Все нормально. Я не могу. Я думал, он там подстава. О. Вообще голова должна с дробовика-то разлететься на части. Еще один. Ладно, ладно. Ты ему в колено стрелял? Я. Зачем? Хотел.
Подмога идет, нам пора. Давай. Денежки-то забрать, забыли. А им деньги зачем? Этот бриллиант взял, а Винсент отомстил. Деньги. Запрыгивай на мотоцикл, да зачем? Я только боюсь, что бриллиант может быть не настоящий. Потому что почему тот был в этом, в красивом таком кейсе, когда он его продавал? Слушай, я надеюсь, тебе хватит сейчас сил ехать на мотоцикл. Давай. Вот они! Не останавливайся! Нужно найти Эмили сюда! Активируйся на вождение, Винсент, нас стреляют! Еее, 15 кадров, может даже меньше. Я не шучу. Ну как ты будешь справиться? Блин, но управление упорото, согласись. Да мне естественно не упор. Я его убью сейчас, слушай. Я не знаю, что происходит. Но они... Блин, я считаю, что они убьют уже. Да. Ого. Я... Блин, там круто. Меня бросает просто ужасно. Я не понимаю, почему мне так круто. А, ну хотя... Возможно, нажатие... Сила нажатия кнопочек как-то сказывается. Так, ну вроде едем. Да, я вроде за тобой. Ой-ой-ой. Надо смотреть. Ой. Я не понимаю, где я еду, на самом деле. Такое ощущение, что я вообще еду там, где ездить нельзя. Да, у меня тут вообще... Оп. У меня такой же момент был. И не особо, подожди, лучше. Я лучше. Ну вот, видишь. Но все равно тут немножко не... О, а, вот и Майкл, Майкл Бэй. Подъехал. А у тебя тоже? Еее. Вот это у да. У тебя круче вот вообще. Это, вот это да, вот это круто. В фильмах таких эффектов не увидишь. Точно. Это концерт напоминает вообще. Ты это видел? Видел что? Нет. Ой, меня убили. Почему? Я не знаю, я так думаю. Понял. Что-то на дороге не очень. Убили. Прекратили стрелять. А, ну вот поинтереснее. Гранаты? Да? Гранаты? И что? Ай! Я вообще не... Я не знаю, что происходит. У меня вообще ужас какой-то. Ай! Мне нравится, что ты впереди меня, но как-то в тебя тоже попадают. Ну они так... Наперед стреляют просто. Блин, у меня так попадают нереально, не знаю. Да, прям. Воу. Лео, ты в порядке? Да, еду, все хорошо. Ладно. Ой, нет, все плохо. Не, все хорошо. Я под завалами. О, мне сил не хватит, реально, подожди. Не хватит. Я еду. Поехали. Да-да-да, еду. Я не знаю, я бы себе не доверял. Блин, это же очень тяжело попасть, ты же понимаешь? Конечно, понимаю. Кто это? Кто это такое? Впереди. Постреляю. А, это самолет. Мы... Я не знаю, что-то нужно будет жать.
Я уничтожил машину, слава богу. Я вот на полной, прям. Да я топлю. Все. Эй. Вот это я каскадер. Р2. Так, я не понял, там это была касцена или мы успели? Успели. Да, еще чуть-чуть. Чуть-чуть. Окей? Нормально? Да, я в порядке. Эмили, классно летаешь. Вы парни спятили, Винсент, ты мне заплатишь втрое за это. Это же не она. Она. Винсент, сейчас такое от меня не слышишь, но спасибо. И тебе, Лео. You know what? Знаешь что? I think I'm gonna write that letter to Carol. Думаю, я все же напишу письмо Кэрол. Отличная мысль. Hey, Emily. Эмили, есть ручка и бумага? Wait, now? То есть сейчас? Why not? Почему нет? It's a long way home. Домой путь долгий. Ты можешь тем более чем... Not really.